Ночь, терраса в доме Цезия, Суспензий пишет, Цезий сосет кальян, глядя на отблески пожара. Рим горит. Суспензий, учитель, а вот я подумал, вот если такой вариант, протягивает пергамент, я решил, пускай они оба погибнут. Цезий, правильно. Чем меньше живых, тем лучше. Читает дальше. А в плен-то он у тебя зачем попал? Суспензий, ну вы ж просили героический эпизод. Цезий, я ничего не просил, дружок. Я указывал на задачи. Суспензий, извините, ну вот, герой из народа, как вы говорили. Был тяжело ранен в неравном бою. Цезий, хорошо. Суспензий, попал в плен. Цезий, вот это нехорошо. Суспензий, его пытают, чтобы он сказал, где прячется Цезарь. Цезий, мой юный, маленький дружок. Цезарь не может прятаться. Цезарь сохраняет себя для Отечества. Суспензий, да, извините, и, конечно, его пытали, чтобы он сказал, где сохраняет себя Цезарь. Для Отечества. Да, для Отечества, а он не сказал. Цезий, так он не знал просто. Суспензий, вы шутите, учитель. Цезий, шучу, шучу. Значит так, погиб, сказав перед смертью, ну, Суспензий, жизнь за царя? Цезий, нет, это не здесь. Ладно, оставь пробел, потом придумаем. И выпей, выпей, покури. Покури, и легче пойдет исторический процесс. И ничего не бойся. Все под контролем. Суспензий, правда? Цезий, правда. Это горит прошлое, освещая путь будущему. Суспензий, я запишу, валяй. Как ты думаешь только, кто поджег-то в этот раз? Суспензий, как всегда, враги Рима. Цезий, ответ правильный. Но кто? Суспензий, не могу знать. Цезий, тоже правильный ответ. Ты вообще даешь правильный ответ. Мне нравится твой осторожный полет мысли. И стиль подходящий. В казармах будут учить наизусть. Клёкот имперских орлов, наводивший трепет на дикие народы провинций. Сам придумал. Голова. Знаешь, только надо массового героизма добавить. Суспензий, где? Цезий, да везде, практически везде. Вот что мы тут, например, с тобой с одним солдатом трахаемся? Какое-то мелкотемие. Знаешь, пускай погибнет 140 легионеров. Суспензий, а немного? Цезий, у тебя что, лимиты легионеров? Суспензий, а почему 140? Цезий, хорошо, 300. Суспензий, было. Цезий, где? Суспензий, у этих, у спартанцев было. Цезий, черт, кроме конкурента, а? Ладно, оставь пробел, цифру впишем. Значит, остановили армию врагов, и все погибли, окей. А один перед смертью сказал. Суспензий, а как мы узнали, что он сказал? Ну, если все погибли. Цезий, какая разница, узнали и все. Суспензий, тогда один должен выжить. Цезий, это лишнее. Не надо оставлять свидетелей. Вот тут ты мне поверь. Черт возьми, где же они все, а? Глядит на пожар. Суспензий, кто? Цезий, гонцы, провозвестники будущего. Суспензий, они придут сюда? Цезий, прямо сюда. Прямо сюда, Суспензий. И только тогда начнется будущее. А до тех пор тянется какой-то исторический мрак. У тебя порошок есть? Суспензий, какой порошок? Цезий, который нюхают. Белый такой. Суспензий, есть? Цезий, доставай. Приблизим будущее. Давай, 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 давай. Суспензий хихикает и вынимает заначку. Цезий, будущее Рима в твоих руках. Мой юный хихикающий дружок. Суспензий ловко делает две дорожки. Цезий, сейчас прояснится будущее. Вот сейчас. Ну, поехали. Дружно вдыхают порошок. Перемена света и мизансцены. Еще часть ночи прошла. Цезий и Суспензий лежат, продолжая диалог. Цезий, вот я только не понял. Он у тебя в итоге кто? Суспензий, кто? Цезий, позапрошлый Цезарь. Скотина или отец нации?
Это надо уточнить. Суспензия, давайте подождем немного. Цезий, пока там догорит? Ага. Хорошо. Суспензия, потом... Потом я же не застал его. Цезий, о, я застал. Суспензий, что? Скотина или отец нации? Цезий, отец нации. Хотя и скотина. Сплотил нацию, скотина. Провел водопровод. Суспензий, куда? Цезий, а это как мы решим? Суспензий, воды, кстати, до сих пор нет. Смеется, затихает. Цезий, воды мы нальем. Вот только там догорит, сразу нальем воды. Пауза, потом звонок телефона. Суспензий, что это? Цезий, по-моему, телефон. Суспензий, откуда здесь телефон? У нас третий век. Цезий, ты уверен? Суспензий, ну я же не сошел с ума. Цезий, это вообще не довод. Пауза, телефон звонит. Цезий, третий век до или после? Суспензий, чего? Цезий, Рождества Христова, чего? Суспензий, что вы говорите? Он же преступник. Цезий, можно пересмотреть концепцию. Суспензий, давайте не сейчас, ладно? Цезий, хорошо. Телефон звонит. Суспензий, трубку возьмете? Цезий, нет. Суспензий, учитель. Учитель, что будет? Цезий, что-то будет, сынок. Это я тебе обещаю. Вон уже звонят. Что-то будет непременно. А потом, кто выживет, тот и прокомментирует. Но трубку в переходные времена снимать не надо.